среду в Самарской области пасмурно, возможен небольшой дождь. Днем 14-16 с плюсом, ночью 8-10 выше 0. Северо-западный ветер, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани тучи, днем плюс 14, ночью плюс 9. Северо-западный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти пасмурное небо, днем 13 с плюсом, ночью 10 выше 0. Северо-западный 3 метра в секунду. В Самаре пасмурно, но без осадков. Днем всего 13, тепла, ночью плюс 8. Северо-западный ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 68%. Геомагнитное поле относительно спокойное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.